Если вице-премьер России Дмитрий Рогозин приезжает на гандбол, значит, здесь происходит что-то важное. Если после гандбола он делает так, значит, это важное уже произошло. 15 лет Москва не видела большого мужского гандбола. И вот в первом же домашнем матче столичная команда ОР-2 одерживает победу. Да, мотивация у ребят была из разряда сверх. Но признайтесь, если бы до начала матча вам сказали, что новички Суперлиги обыграют волгоградский «Каустик» с разницей 8 мячей, вы бы поверили? Вряд ли. Даже после первого тайма, думаю, с трудом. Игра до 40-й минуты была равной. Обе команды атаковали, обе ошибались. Игроков удаляли с площадки, а тренеры всеми силами помогали своим. Особенно, кажется, переживал наставник хозяев. Сергей Толстых только недавно возглавил ОР-2. И потому после финальной сирены не мог найти слов. Я счастлив. Это для меня здесь, я вернулся, как бывает, опять на родину здесь, хочу работать. И это мой первый дебют сейчас здесь в России, и я просто счастлив. Не скрывал своего почти детского восторга и голкипер москвичей. Ну, для меня это самый лучший момент в жизни. Я к этому шел. Все-таки это первая игра Суперлиги Москвы за 15 лет. И просто, я не знаю, эмоции захлестывают всю команду. Вы сами все видели. Да, мы видели. И сумасшедшие сейвы в концовке, и эмоции, после которых просто невозможно было отделить площадку от трибун. Такой был единый порыв. А команду в этот день, кроме прочих, поддерживал легендарный советский гандболист, бессменный капитан сборной и олимпийский чемпион Юрий Михайлович Климов. Я не видел эту команду, я первый раз вижу. Я вижу, что ребята стараются, но они молодые и, конечно, делают много ошибок. Но я уже вот чувствую вот этот вот ажиотаж, чувствую поддержку зрителей и очень-очень хорошая атмосфера. Мне нравится. Я думаю, что с такой поддержкой команда будет все время лучше играть. Но ради объективности стоит сказать, что борьба за титулы ОРу все же не по силам, учитывая хотя бы финансовый вопрос. Поэтому пока здесь готовят резерв, федерация готовит проект создания сильного московского клуба. Мы ждем формирования новой команды на базе Московского авиационного института. Организационное понимание есть, главное, чтобы ребята были. Они вроде есть, появляются. Но это впечатление хорошей этой игры. Бьются, дерутся, себя не жалеют. Это самое важное для игры.